Аминь. До свидания. Посмотрим, блять, в Сочи. Плохо. Давай билет свой, блядь. Зачем? На нем, блядь, багаж есть. Ну да, я знаю. Суки проебали ручку. Hello Kitty теперь без ручки. Ну вот мы и в Сочи. Красивенько. Только погода говно. И дождь маленький капает. Таксисты прям народ прохватывают вообще без приложух, блядь. Ну и не задорого, не как у нас в Иркутске там 270 рублей, блядь, до дома они там ломят нахуй косашки. Тут норм цены, как в приложениях. Никто не хочет на дядьку по приложениям работать. Все, Анжелика, чемодан у тебя теперь без ручки будет. Я на двухспальной? А? Я на двухспальной кровати. А. Ну читать не вредно. Снимай обувь нахуй, слышишь, мы на доме, блядь, не пой, блядь. Все отлично. Красивенько в Сочи все-таки. Слушай, а все нормальная вода. Че, будешь купаться? Блять, да она нормальная. Я бы вот сейчас не болел, я бы, блядь, залез. Так.
штука, они не клеются. Собака, собака. Погода, конечно, пиздец. Приехали, блядь. В Москве холодно, в Сочи холодно, везде холодно. Собаки с волнами играют. Ты каши мало в детстве. Отстрелялся. Все говорят, ты просто в детстве каши мало ел, у тебя, видишь, пулька как слабенько вылетает. Без упора это не то. Как понять, без упора не то? А ты как думаешь, блядь, воюет с упором, что ли? Джунгли. А ты видел, мы проходили бамбук? Вон те заросли, бамбук. Угу, да, вот это. Ты пописал? Конгоцы. Мы будем первыми. Купил карту за 10 рублей, сделали сотку скидки по этой карте. Птички поют. Вот та экспансия, блядь, питерская, нахуй, ебаю вас. Не хотите в Харат сходить как-нибудь на днях? Сочинский Харат? Да. Он прям на набережной. Охуенно. Там, наверное, хочет. Все тебя оплачивают сразу, но они в оптом берут, во-первых. Все снимают, чтобы потом было, доказательство. Смотри. Да, блядь, через GoPro. Через пивас он снимает, чтобы не видно было. Короче, я тебе так скажу. Все, блядь, раз, кроме иркутских, говно. Да? Да? Пизда, ебашу домой один, еще завели куда-то, непонятно куда. Ну хули, GPS в голове есть, как-нибудь доберемся. Попили пивка, блядь. О, мы все-то идем, все-то в городе, уже так заебался. Она не кончается, вообще это гора. Машины едут, я иду. Сначала подумал, что я куда-то упиздякал, вообще не в ту степь. Вернулся. Запомнил магаз один днем. Вернулся к магазу. Оказалось, нет. Правильно иду. Не дошел, блядь, оказывается. Фух, пришлось возвращаться опять в гору. Сука, под дождем, в такую погоду, нахуй, еще в незнакомом городе впервые. Что-то такое себе удовольствие ходить. Вот этот резкий поворот, полюбас мой. Оба. Максима какает. Mm-hmm.
Номер 69. Вяленький фестивальчик какой-то, скучно. Пошли искать сигареты. Ну как пошли, я пошел. Вообще мясник, пиздец. А почему? Хочешь ко мне на сеанс? Хочешь на сеанс ко мне? Нет. А что? Сейчас ты ему сразу волосы в черный покрасишь. Да? Подарок. Это акция у меня. Веди на затылок, покрась волосы. Боятся меня собаки. Даже чук-чук и гек, короче, это местная достопримечательность, две собаки. Дядя Ленин. Одна, короче, собака здесь жила и нашла щенка под вторую. И хотя она и мальчик, но она как бы сиськой своей, блядь, ее выходила. Ну, как бы, говорится, собаку употребляла не то и не тем, но, блядь, жизненные силы ей это дало, и она вот теперь вторая собака тоже живет. Чуки-гек, это первая гомосексуальная, короче, собачья пара. Вот к ней, видишь, им там вязочки навязали. На них тут все ходят, дрочат, короче, геи, блядь. Переходы? А хуй, наверное, блядь. Так вот, не читайте чуков и геков. Смотрите фильмы. Странно, народу нет, что-то какое-то, сейчас покажем номер 13. Поворачиваемся, да. Все. Уходи, оттарь, пишки номер, молодец. Пожалуйста. Я нам был. Не маленький и не большой. Ну давайте покажем себе. Первое место. Выбирать. Итак, посад. Да, очень здорово, ты переписал. Сама Красова забирает третье место. Сегодня в индивидуальной тренировке. Скажите, сам. Чеботова вот у меня здесь. Владимир Модель. Дальше.
сегодняшней работы. До встречи завтра. Мастерам удачи и терпения, моделям терпения и хороших мастеров. Увидимся с вами завтра, здесь же, на втором дне 7-го сочинского тату-фестиваля. Доброй ночи. Красавчики, чё? Третья. Молодцом. Ну все, что, мои поздравления. Появится пластмассовая, знаешь, такая промнется, типа. Не пожалели хоть. В чем-то фрихендом, да, это все, по-моему, рисовал? Я смотрел так, уезжал, приезжал, очень. Но мы тебя снимем. Вкусно. Очень вкусный хинкали. По пальцам течет, но это нормально. У нас рекорд. 10 хинкали. Ты все съел? Да. Еще одна. Где все? Там нету мяса. Это читерство. Он съел только мясо, блядь. А кто будет тесто есть? Спасибо. Третье место, ёпта. Третье место, ребята. Смотрите, я трогаю третье место. Вот оно. Пацанчик третье место взял первый раз. Да, мобилу там 9%, по-моему, было. Сега. Сега. Чего? Ты, блядь, она как будто сегодня склеена. Сегодня нас... Понюхай. Ну давай, понюхаю. Пиздец, прям пахнет дерьмо вот этим вот склеенным. Да? Сиськи нюхаю. Сиськами пахнет. Видите, Херетс, частичка Иркутска, блядь, в Сочи. В Харате можно? Пойдем. Смотри, твою вценили, а мои наклейки сказали, что говно. Но... Мы сами просто были вот с Иркутска, типа, и поэтому вот так случайно снимало, чтобы... Давай петюлю. Все наши. Поднимаемся в гору Сочи. Заебал. Мармеладная прям. Да. Я купил, главное, такого же мармеладного, думал. Не отпускает тебя, скажи. Да, оба. Я смотрю просто какие-то нюансы. Сейчас, мне... сейчас скажу, что-нибудь найду, блядь. Да, я уже нашел. Знаешь, за какими работами меньше находишь недостатки? За, например... Крутой диплом. А? Да, блин, это диплом мы делаем. За первое...
Привет всем, это пиздец на канале Сергея, блядь. Ставьте лайки, репосты, комментарии, это, блядь, очень важно. Сейчас мне пиздец как хуёво. Ответь мне на пару вопросов. Давай. Спал ли ты когда-нибудь с парнем? Нет. А больно? Я не знаю. Больно от этого? Руку больно? От руки больно. От руки Алексея очень больно. Да. Сколько вы уже краситесь? Долго, с 11 утра. 7 вечера даже нет, нормально. Да. Без 27. 8 часов, да. Именно так. Что я чувствую? Чувствую. Не трясись, сука! Да, что, блядь, меня трясет всего. И, блядь, меня просят не трястись, и это пиздец, как неудобно. Плюсом то, что мы на фестивале, и тут маленько не проработано то, что удобные места, поэтому сделан колхоз. Как видишь, ты можешь посмотреть, это подушка на кресле, замотанная пленкой стрейч. Суперхолдер. Да, суперхолдер. Вот. Неудобно ни мастеру, ни мне. По качеству татуировки, как она делается, вначале заебись, первые часа два. Потом ты понимаешь, что тебе пиздец. Самые заебатые сеансы двухчасовые, трехчасовые. Да, самые заебатые. Ну, у меня ни разу не было 2-3 часа сеанса. Поэтому, как бы, я не знаю. Но если бы было 2-3 часа, я бы был бы пиздец как счастлив. Но с этим мастером, к сожалению, этого не получается. Серега вам отдельный репортаж снимет, как он толчок охуенный вчера снимал. Это отдельная тема. Я когда с тобой пизжу, мне не так больно. Ты на самом деле снимаешь. А что, мастер с тобой во время сеансов не разговаривает? Он со мной разговаривает, но он говорит, типа, не ссы, сука, все нормально. Не трясись нахуй. И не трясись нахуй, да. Процесс идет. Блядь, не трясись, блядь, серьезно. Это не третье место, но и не первое. Потому что по факту нечего было выбирать, но есть к чему стремиться и так далее. Поэтому бро, тебе доска за второе место. Да? Никому! Второе место тебе повар. Упс! Ну так вот. Ты первого места. В категории камера второго места не оказалось. Первым местом. Он будет здесь. Но передай обязательно от награды ему. Подожди. Спасибо. Странно, здесь написано как? Да. И Сергеев, мастер, модель Арина номер 83. Да, точно. А где модель твоя? Да. Ну нет, доска мастеру всегда. Показываю работу. Вы замотали его уже. Категория реализм без модели. Короче, жги вообще, она не отрывается, просто бьет людей. Серьезно, да? Работаем. Работа должна быть доделана. И мы закончили! Итак, уважаемые дамы и господа, приводите свои боксы в порядок, ничего не забываем, вещи не бросаем. До встречи завтра, на третьем дне 7-го сочинского тату-феста. Большое спасибо, жюри. Сочи, день третий, холодно пиздец. Погода мрак, настроение говно, фест такой се. Пойдем бухать, блядь, что хули делать, надо было все три дня, блядь, поливать. Настроение вообще утопия, блядь.
хуйней занимается. Модель. Блядь, сидит билеты еще. Я уж не знаю, но ему надо. Лучшая работа третьего дня. Седьмого сочинского датового фестиваля. Черно-белая татуировка. Побеждаю. Здесь у нас модель Евгений. Мастер Вася Верест. Номер 10. Она, конечно, заживет у тебя, брат. Стань, все нормально с ней. Она стоит черно-белая. Я же говорил. Ну, как бы кожа такая. Я ему говорил. Обе работы хороши, обе работы потрясающие, но ни одна из них не получает. Жесткая конкуренция, две модели выбрали, не вторую. Видите, вот какая охуенная работа. Все аппликуют, все в полиэтилене. Работу уже показывали. Чтобы принять участие в гран-при. Номер 24. Такая же твоя, только там будет Сочи написано. Юль, это так мило, мне подарочки, они берут, а мне дарят. У нас есть еще здесь Ника Самарина. Так, вот он Грей. Нет. Никому ничего не вручит. Цветная, зажившая работа. Но здесь же Жень придет штаны снимать. Спасибо. Здесь машина Бурлак Ротори, здесь там шнуры и так далее, сертификат от Туап, и, естественно, наградная доска. Давай мы тебя отпусти, ее доску наградную отпусти, о, вцепился прям. Сфоткайте, пожалуйста, ногу победителя. Ника Самарина. Седьмой сочинский тату-фестиваль завершен. Большое спасибо вам. Всем тем, кто был здесь в течение 3 дней. У Лёхи футболку третью. Вот так-то. Презент, пожалуйста. Спасибо большое. Наградная педалька сочинская. Да, Юля молодец, Юля добрая. Посюдьки. Юля зато у нас большая молодец, она взяла очень много наград. И среди ее трусов вы можете найти здесь награды. Вот, да, вот смотрите, все награды. Собрала просто джекпот из 5 наград. Вот так вот, ребятки, старайтесь делать татуировки и не будьте как Максим. Смотрите, что я нашел в Сочи, я это пил в 2010-2009 году, блядь, в Иркутске, в Чите, прикинь. Верните мой 2009. Это полная линейка шейка. И еще смотрите, колбаса за 63 рубля, я правда отъел ее уже. Секс на пляже, такие. И апельсины из Москвы, самые заебатые апельсины из Москвы. Ну какой вкусный. Ну, за завершение сочинского тату-фестиваля. Давайте, ребята. 10 лет не пила такое же говно. Здрасте. Да, Чайковского, нет? Ну окей, все, едем. Так как удобно. Ты не попадешь. Да. Может быть, и попадешь. Ну, глядишь. В тем смысле, я не буду тебе показывать свои татуировки. Все, ладно, окей, блядь, и не разговаривай.
Не, я в смысле, как хочешь ехать, быстро, медленно, быстро с музыкой. Меньше вопросов, давай просто ехать. Хочешь меня прокатить соткой? Поехали, блин. Хочешь Классно, я классно. Я всегда так ездил. Охуенно, охуенно, братан. Вот ты теперь точно попадешь. Вот точно попадешь. А мы не туда приехали? Мы туда приехали просто как бы... А, ну я понял, ладно, разорвал. Ну типа... Типа да. Окей, окей, заебись, заебись. Честно говоря, я вдохновляюсь их творчеством, и потому что сам текста пишу, и на всякие... Знаешь? Да, на всякие разные моменты. Можешь что-нибудь из своего застелить? Что-нибудь из своего застелить. Казус думу упорхнул, власти держат ум, перегнул, уловил, вырезал кровью на кресте своих свода законов, ублюдков горе, винтиков, часов контроля для машины, делающие из людей бестолковое сословие. Слово пастыря важнее, да похуй, что он гей, по ночам в кошмаре кушает детей, а ты будь добрее, заплати 33 золотых и сиди, молись, не пизди, там, что-то такое. Молись и не пизди, молись там нахуй. Молись и не пизди. Но я это все зачитал. Ну попрощайся с подписчиками. У тебя их сколько? 3, блядь? 7. 7? Я так и понял. Это первое, это первое. Блядь, это первое. Ребята, это первое. 3, блядь. Отписка. Отписка. Тотально. Давай, братан. Хорошие ночки. Я знаю, что бы она... Я иду. Вот ты скажи мне, что мне еще обратно идти. Вот и поговорили, блядь. Просто иди. Просто иду. Что мне делать-то? Я человек подневольный. Мне как скажут, я так и делаю. Я, блядь, как зовтелка, нахуй, кричать. Вот, блядь, ты щепот, ты как его проебал? Ты бы сказал, что там будет 9 градусов, блядь, и я бы и перешел. А, ну да, блядь. Ты себя давно помнишь трезвого? Ты охуел, что ли? Здрасте. Это Лёха, Серёга. Серёга.
Пиво в блоге у всех. Рассказывай. Ты один из тех людей, который пьет еще Гиннес. Я один из тех людей, которые считают, что Гиннес это охуенно, блядь, братан. Харац говно, блядь, в Сочи. А Гиннес, если на ре... Нет, блядь. Вот и все. Вот и все, вот и все, блядь. Сега самый стрёмный мастер в Иркутске. Блядь, это постанова, ребята. Так! Вы должны были говорить, что я заебатый! Мы сравниваем вот этого парня. Смотри, он похож на Игоря Николаева. В лучшие годы. Что так? Да, блядь, здоровье у чувака дохуя. Че база? Да, блядь, за туннель что-то, блядь, ревять начал, блядь. Вот тебе и дядя Новый год. На ровном месте. Из-за Лёхиных, сука, сраных волос. Привет! И хуй снимает, блядь. Смотрите, кого он огромный вообще. Шалом. Шалом, армяне. Нормально, нормально. Че, Сега, погнали? Сука, я так люблю Сочи. Как с двустволки пей. Пизда, ребята. МВ XR1 купе 4.2. Не, 4.5 мотор. Охуенный. Он у нас все сядет. Мы опять резко появились в Москве. Наебнулся кабель. Села GoPro, не на чем было снимать. Купил кабель, теперь есть GoPro. Опять снимаем. Пошли смотреть касаточек. Перелет был мягкий, Сочи, все, заебись. Поели невкусных пенсе, поели хот-догов, тоже невкусных каких-то. Не очень вкусно на ВДНХ кормят. Касатки очень хорошие животные, тотемные. Заряжает твой организм на удачу с отрезанием, откусываем. Но они могут посмотреть на тебя и сказать, почему и не станут тебе руку откусывать. Так что если тебя вызовут, ты левую подставляй. С правой, как говорится, да, проще. С левой можно и обойтись. Это рудиментарный орган все равно. И вторая, зачем, блядь? Ты второй рукой что делаешь? Вон ты даже правой рукой сейчас снимаешь, а левой ничего не делаешь. Сумку держи. Да? Сумку держи. Попали в шторм. У нас сбились все системы навигации. Вы должны подать сигнал бедствия. Три точки, три тире и еще три точки. SOS.
добрый друг. Теперь ты настоящий маяк, и я горжусь тобой. Blackwood. Казачки.
3-4 не свободны. Можно поспать за 400 рублей час. Все, трип закончился почти. Осталось только долететь до Улан-Удэ и добраться от Улан-Удэ до Иркутска. Сейчас, блядь, опять самый козий перелет. Еще место посередине. Ебаные полеты ненавижу. Опять трешку за багаж содрали. Победа, блядь. Ну что? Кажется, мы есть нашли. Мы пошли, но... Мы ушли есть. Вот мы и в Улан-Удэ. Гуляем по Улан-Удэ, поели поз. Что-то забыл я вам, ребята, позы снять. Пиздец, блядь, утром пробки, пробки, тут вообще улицы пустые, ни одной машины. Магазин Камелот еще есть. У нас уже, по-моему, его. Такой вот он центр Улан-Удэ. А еще где-то надо тусоваться до поезда 4 часа. А тусоваться до поезда негде 4 часа. Искали кинотеатр, а купили кубики. Так и не нашли кино, блин, жалко. Парнишка просто бы узналась? Я, говорит, мой типа, кем делал потуху? Я такой, о, бля, ёпта, я вообще знаменит Улан-Удэ. Встречай. Вообще все, вот кто забиваться? Все ко мне, блядь, Улан-Удэ, блядь. Ты сейчас наснимаешь там компромата, блядь, на 300 лет, блядь, вперед. Было у меня такое же случай, я еще не присел в свое время, блядь, за эту дичь. Один чувак снимал только, а потом говорит, я, говорит, удалю, и не удалил гандон. Детская порнография по-любому была. Учите, еще раз учите. А вот, блядь, слова Ленина, да? Крылатые, блядь, слова. Я не знаю, я такую те же ебалу сейчас могу, блядь, выдумать, да, пиздец. Ну так-то строят красивые домики, тут тоже вроде что-то начинают делать. Теперь, наверное, наверх? Ну пойдем вот тут, вот, где бомжи спали. Стилево. Калифорния. Видел себе коня, смотри. Вон этот сам большой конь, про которого нам говорили.
проголодался? А? Тогда тебе туда. Че, пойдем в Дисконт, идем? Блять, еле-еле нашли, как сюда выйти. Макс, мы что-то походу заблудились. В поисках вокзала наткнулись. Непонятно как. Очень странно устроены улицы в Лондоне с движением. Пиздец, постоянно перегрузка, постоянно пробки. Постоянно как-то хуй перейдешь улицу. Так, окольными путями ходим непонятными. Зато купил себе кедики в Лондоне стиль. В Иркутске, значит. Не покупаю, блядь, себе обувь, в Лондоне купил. Тема. Потом покажу. Апартамент. Вип нижние места и вагон с кучей детей мигрирует, видимо, из Лондона. Ну хоть не какашками. Ты еще подожди. Ух, блядь, хуйни понавалили опять, как обычно. Я домой пришел. Вот, кот встречает меня. Заходишь в прихожее место, тут реклама на зеркалах. Ну вот самое главное, чтобы не забыть вообще, вот она.